Добрый день, дорогие друзья. Вот такие у нас шутники. Я тут стою под пушкой. Хотя бы немножко себя увидеть, понять, какой ракурс нужно делать, потому что у нас сегодня солнечно. Очень тепло, жарко. Где-то около 10 утра. И я собралась в администрацию. И пока я буду идти в администрацию, расскажу немножко новостей. Ну и так вы вместе со мной прогуляетесь и посмотрите еще раз на наш Чаплыгин летний. Сегодня 2 июня. Наступило лето. В общем, потихонечку продвигаемся в сторону администрации города. Сегодня или завтра мне привезут стройматериалы, в общем, песок, щебень, и поэтому, чтобы все это было официально, чтобы на меня не наложили штраф, нужно написать заявление, что у меня ведутся строительные работы. Это заявление действует месяц, потом, если вы не успеваете, в общем, можно продлить. Вот здесь у нас, не знаю, видно там или не видно, еще один прокат есть, самокаты, всякие машинки для самых маленьких, и в парке тоже такой же прокат есть. Ой, настроение прекрасное, солнышко, тепло, я уже с утра поработала, рою, копаю. Уже превратилась в какого-то крота. Рою, вывожу. Сейчас немножко выдвину камеру. Вот так. Немножко о ценах на стройматериалы поговорим. Я уже вам рассказывала, что дорожает все с неимоверной силой. Все стройматериалы. Буквально вот на днях привозили соседям песок 7000, я звоню уже 8000, на следующий день звоню 8500. Щебень фракции 520, тот, который нам нужен для бетона, тот вообще машина 10 тонн, 15000. Вот считайте, во сколько обойдется нам эта отмостка, это не считая тех стройматериалов, которые уже закуплены, и той техники, которая закуплена. Ну, конечно, согласна, техника, она есть. Техника, это она не только для отмостки будет. Я имею в виду бетономешалку и виброплиту. Вот. Ну, пока это не учитывая тут труд, конечно, который уже выполнен. Там выкопано очень много. Наверное, это самая тяжелая работа, убрать вот этот верхний грунт. Я еще там делала по всем правилам. Даже грунт вынимала под углом 30 градусов от стены. Ну, чтобы был склон от дома, вода стекала не прямо, не наоборот, а от дома. Ну, там где-то, не знаю, градусов 20-30, где-то так. Вот, нашла, короче, залезла на Авито, нашла похожее объявление по поводу щебня, песка. И нашла машину КАМАЗ 12 тонн, 6500. Но щебень, правда, такой же, по такой же цене 15000. Ну вот, буду заказывать и щебень, и песок у одного человека. Теперь вы там увидели мои раскопки и сколько еще работы предстоит, и вы мне пишете, что легче построить новый дом, чем восстановить старый. Друзья, ох, как не легче. Нет, конечно, если у вас в запасе 7-8 миллионов, и то это, по моим скромным подсчетам, дом-то, может быть, и вы возведете, там, я не знаю, сколько идет, ну, 3 миллиона. А еще отделка стен,
А еще вот эти все проекты, газовый проект, газ провести, воду, электричество, септик сделать, ограждение, забор, минимальные какие-то хозпостройки, тот же самый сарай, без него вообще никуда в своем доме. Сама земля купить. В общем, друзья, это никак не те деньги, которые мы заплатили за дом. Поэтому мне легче, ну, как бы поработать, понятное дело. Я очень устаю, уже выдохлась просто. Послезавтра приезжает Лешек, и уже будем вместе продолжать. Ну, а я сделала, конечно, громадную подготовительную работу. Сейчас переключусь, вы меня уже видели. Покажу вам фонтанчик на нашей площади Троицкой, Троицкого собора. Не пойму, что гудит. Кстати, вчера я там ходила за затеняющей сеткой. Что же это так гудит? Где-то что-то косят, наверное, траву. Не может же фонтан так гудеть. И вчера отмечали, вон триммером работает мужчина, траву косит на площади, ну, за ограждением собора. Вот такая у нас красота. Ой, сейчас еще рано, а вообще детвора здесь бегает, резвятся, плескаются. Для них здесь такое удовольствие. Вчера отмечали День города, я не знаю, может быть, я вам вставлю этот кусочек. Ребят, мне очень интересно, кого у нас сегодня больше все-таки? Мальчишек, да, наших сыновей? Или наших очаровательных милых девочек? Кажется, девочек. Или мальчиков? Давайте попробуем с этого, друзья. Ну, по моей команде, безусловно, да? Мальчишки прям со всех сил кричат, лопают, топают, договорились? Итак, ребят, мальчишки здесь вообще присутствуют. Парни, дайте шуму! Так, этапы тоже помогают. Я имею в виду одну лопату найти и на нее смотреть. Опа. Что произошло? Егор Семенов, ты будешь папой. Папы помогают. Парни, дайте шуму! Кричи, кричи. О, вот они папы, давайте поаплодируем. Отлично. Теперь мальчишки, которые у нас здесь есть. Закрывай мышкой. Это моя рекомендация, да, будет безопасность. Потому что, девчонки, дайте шуму! Девчонки, сегодня будет видео, мальчишки. Тихо, да? Ну такое себе, да? Потому что мы можем еще громче, давай! Это же не мальчишки, да? Заметили? Отлично. Ой, день города, простите, день защиты детей. И был праздник там, в общем, музыка, всякие конкурсы для детворы. Они все бегали такие в этой краска такая бросаются, знаете, такой цветной краской. Ну, в общем, постараюсь ставить этот ролик. Вот такие скамеечки у нас здесь, качели вот там. Вот. Очень красиво здесь, очень. Сцена здесь у нас, концерты проводятся. Там пункт выдачи товаров из Озона. Кстати, там открылась кафешка небольшая. Ну, как не кафешка, а ну, можно купить там горячую сосиску, кофе. Кофеин называется. Вот совсем недавно открылась. Вот. Ну, а я иду вниз. Это наш сельскохозяйственный рынок. Кто не знает. А я иду вниз. Еще немножко пройти и администрация. Вот все, что мне нравится в этом городе, все в шаговой доступности. Вот наша победа. Видите, такая инсталляция. Вот из таких георгиевских ленточек.
Вот такая инсталляция. Устанавливали, наверное, к Дню Победы, 9 мая. Вот такая у нас красота. Ну вот это вообще мощь. Очень красивый Троицкий собор. Строился 40 лет. Смотрите, обратите внимание, какая чистота. Магазин «Пятерочка». Вот траву косит. Так, на чем я там остановилась? По поводу стройматериалов и по поводу строительства дома с нуля. Не знаю, конечно, каждому свое. Но я считаю, что в нашем доме большой косяк, это, конечно, то, что зарыли фундамент. Я приду, вам покажу, что там понатворили. То есть сделали облицовку фундамента профлистом на старую штукатурку. Но это ладно, это полбеды, как говорится. Полбеды. Большая беда то, что зарыли фундамент, ну, где-то сантиметров 40. И, естественно, водоотливов на крыше нет. Вся вода лилась под фундамент, в эту землю. Он напитывался и, естественно, разрушался. Вот. У меня такое впечатление, что действительно дом готовили на продажу. Там не собирались жить. Ну, потому что какой умный хозяин, который собирается жить в доме, зароет фундамент, просто зароет в землю. Вот. Вы мне там писали: ой, Лена, вы не по уровню сделали, слишком глубоко откопали. Нет, друзья. Там, так скажем, до точки ноль в фундаменте. Это штык, ну, на штык лопаты это сантиметров 25, это только вырыть, до нуля дойти. А потом еще вглубь нужно же все это вырыть, чтобы поместился и пеноплекс, и слой песка, и слой бетона. Понимаете? Поэтому это так кажется, это все, потому что, еще раз объясню, потому что весь фундамент просто зарыт. Зарыт слоем в 50 сантиметров где-то. Где-то больше, где-то меньше. Ой, продукты, мясная лавка. Как же мне нравятся вот такие вот домишки. Вот здесь цветочный магазин у нас. Я в этой стороне вообще очень редко бываю. Ну вот, по сути, второй раз. Вот где-то здесь должна быть администрация. Ой, а там мост делают. Это, по-моему, дорога на Заречье. И делают мост. Вот здесь, кстати, вот ветаптека. Как же люди ездят на Заречье-то, непонятно, я не знаю. Есть, наверное, есть еще какая-то дорога. Ага, вот мы пришли практически. Ну, в общем, друзья, вы видите, что хоть и городок провинциальный, вон раскопки какие, вот здесь был мост. Но он живой, наш городок. Здесь все ремонтируется, что-то строится, строятся дороги. Так, вот, комитет по управлению городским хозяйством. Вот мне сюда. Кстати, не показала я вам, я вот с такой вот сумочкой своей иду. Вот дворик администрации, здесь есть скамеечки. Ну и очень так очень чистенько. Ух, какой каштан, посмотрите. Ой, зашла в тенек, аж легче стало, очень жарко у нас. Очень старое здание. Ладно, я пока отключусь.
Ну, а потом вам еще, может быть, что-то расскажу. Все, сделала я заявление, друзья. Показываю вам раритет, который редко где можно увидеть. Вот такая деревянная лестница с такими балясинами. В общем, я иду домой. Все, теперь я спокойна. Ой, как кофе приятно пахнет. Прям захотелось кофе. Все, дела сделаны. Идем домой. Ой, здесь тоже, смотрите, посадили петуньи. Ой, ну красота же, а! Какой же наш городок красивый. Посмотрите, какой вид отсюда. Вот там находится Заречье. Тоже очень красивый район. И вот даже пойду по дороге, чтобы вы любовались видами нашего городка. Вообще это очень редкое сочетание. Вроде бы то город у нас, да, но в то же время деревня. В плане того, что, ну, наверное, 90% наш городок состоит из частного сектора. Это значит, что у вас есть земля, у вас есть куда выйти во двор. Вы можете вырастить свои овощи, фрукты, построить какие-то зоны отдыха. Боже, какая красота, друзья, посмотрите, маки. Ой, ой, обалдеть. Боже, какая красота. Обязательно себе посажу маки. Посмотрите. Под березонькой, а? Вот она, красавица наша. Надо же. Маки. Очень красиво смотрится. А вот. И в то же время вы вроде бы живете в своем доме, но у вас есть все блага цивилизации. Магазины, парикмахерские, дома быта, храм, рынок, пункты выдачи Валберес. Кстати, вот это еще один. У нас, по-моему, в городе 3 пункта выдачи Валберес. Вот еще один из них на Советской. Ой, ну какая же красота, а? Аптеки. Проводятся всевозможные культурные мероприятия. Вам не нужно никуда ехать. Все в пешей доступности. Такси 70 рублей в любую точку города. Ну вот в Кривополянье, поскольку это уже как бы село, 100 рублей. Ой, как же красиво. Вот. Поэтому я и выбрала этот городок. Все под рукой, все чистенько, красивенько, все есть, не скучно, и своя земелька, и свой домик. Поэтому это временные трудности, сейчас мы их преодолеем, и будет все хорошо. Ой, как же красиво цветет. Я не знаю, что это за дерево. Смотрите, какая красота. Красота красивая. Вот это здесь у нас аптека и пятерка. Ой, какое голубое-голубое небо. Друзья, у нас, кстати, нет полос на небе от слова совсем. Куда-то они пропали. Ой, пчелок сколько здесь.
трудятся. Я сегодня вышла поработать, и мое горчичное поле. А с утра тишина такая, еще все спят. Ну, я где-то вышла, в часов 7 было утра. Солнышко. И это горчичное поле мое. Там такой гул стоит. Вот рыночек. Но я туда не пойду, мне там ничего не надо. И цветочки. Ой, пахнет как. Цветы вам продают. Может быть, какие-то деревья. Не знаю. Вот. Мне там вы пишете, Лена, мы уже знаем ваш городок. Уже можем пройтись без вас по этим улочкам. И мы уже в него влюбились. Да, друзья. В этот город очень сложно не влюбиться. Колонны. Очень хорошо у нас. Вот сейчас приду, покажу вам свои раскопки. Я, конечно, не все сделала еще. Ну, как сказать, не все сделала. Не до конца выкопала все. Там еще, конечно, шнурку надо протягивать, все подравнивать, но очень много. Я уже, наверное, КамАЗ земли вывезла. Вот Coffee Day здесь у нас. Давайте пойду по этой стороне, чтобы вы созерцали. Ну, вот эта сторона красивее, конечно. Она поярче. Вот отремонтировали три здания, получается, там какое-то золотовара открылось. Они в другом месте раньше были. Остров, по-моему, называется. Молоко Лебедянь там открылся. Палаточка, это магазинчик. Емельянов. Там очень хорошие сыры, колбасы. Тоже вот недавно открылся, может быть, 2 месяца назад. Видите, как металлочерепицу положили, и здание совсем по-другому смотрится. Вот. Ой, ну жарко. Сейчас в тенечек сюда зайду. Да, спасибо, что меня просвещаете по поводу цветов. У меня все петуния. Это, оказывается, бегонии были. Ну, ничего. Когда-то и я изучу. Но вот это точно петуния. Да? А там были бегонии. Буду знать. Буду знать. Вот такие вазоны. Я не знаю, отойдут вот эти ивки в них или нет. Или засохли. Но их поливают. Проезжает машина с бочкой. И девушка или парень, женщина со шланга поливают. Вот здесь одностороннее движение. Я помню, мы первый раз чуть не влипли, не заметили знак и поехали туда. Вот. Машин много, все равно. Смотрите, все заставлено. Причем как дешевые, так и дорогие. Вот. Много народу у нас работает вахтой. В Москве, там еще где-то, Липецк. Ну, находят как-то выход люди. Находят. Конечно, можно и здесь работу найти. Понятное дело, что зарплата будет не как в Москве. Но она будет. Вот такие хочу сделать вазоны. Большие, видите, из досок. С цветами. Мне очень нравится. Я уже даже знаю, где я это поставлю. Там будет у меня скамейка. И закрыта часть стены. Некрасивая. Вот там, где вода стекает в ванную, закрою вот это все
вот такими красивыми из досок. Ну, не знаю, вазонами, газонами, грядками для цветов. Вот. Ой, ну красота. Все, дело сделала. Теперь я спокойно. Сейчас позвоню. Привезут мне песок, гравий. Вот уже сколько получается. За 6500 я нашла 12 тонн песка. И 15 тысяч машина щебня 10 тонн. То есть вот уже... Ой, что там, 15,6, 21,500 еще нужно отсчитать и расплатиться. Но я подозреваю, что нам одной машины песка не хватит. Может быть, на отмостку и хватит. Вот какая красота. А вообще не хватит. Ну, посмотрим. Пока купим одну, посмотрим, какой расход, как что. Потом, если что, купим еще машину. Вот. Вон они стоят, машинки прокатные. Здесь детки катаются у нас. А вот кошечку вот эту я кормила. Она сухой корм не ест. Ей только влажный подавай. Вот. Прокат. Это вот, кстати, гостиница, наш мини-отель. Очень хорошая. Мы там с дочерью 2 дня были, когда покупали дом. Вот. Здесь у нас кофе продают, пирожки какие-то, женщина. Ой, так пахнет. Ой, чебуреки, по-моему, домашние. Вот петуньи. Красота какая. Классно. А там стройка идет, где попилили все эти каштаны. Там сейчас дорогу, плитку. Ну, в общем, я говорю, в этом году что-то везде строится. Так. Памятник погибшим воинам, землякам чаплыгинцам. Вот. О, только и слышно, триммер работает, траву косят в парке. Ну что, я даже не знаю, туда не хочу, там пыль. Вон трактор ездит, и пылюка столбом стоит. Вот они, бегонии. Теперь буду знать, что это вот такие красивые бегонии. Ой, вчера еще видео посмотрела. Ой, прям там Бродвей какой-то. Не пойду туда, вот здесь никого нет. Давайте здесь пройдем. А еще одно видео посмотрела, как укрепляющую арматуру сделать, ну, чтобы она была по центру заливки из бетона. Там такие специальные стульчики. Леша, звоню, говорю, заказывай срочно, чтобы нам не мучиться потом в растворе эту арматуру не поднимать. Ну, сетку я имею в виду из арматуры, когда будем заливать отмостку. Покупай, говорю, эти стульчики. Вот уже столько информации я перелопатила. Очень много. Спасибо Ютубу. Но много друзей и мусора на самом деле. Очень. Нужно как-то думать, мыслить и выбирать правильную информацию. Вот видите, кустарник обрезали, подровняли. Потом вот это все соберется. В общем, коммунальная садовая служба у нас работают. Вот здесь проводилось вчера мероприятие. Я наконец-то увидела открытую танцплощадку. И там детвора резвилась. Так, ну ладно. Еще немножко, и я уже дома. Минут 10, не больше.
Вот так вот я с вами прогулялась. Показала еще раз вам ту часть города, которую редко показывала. Мы там как-то были у вас, с вами, но это давно уже было. Вот. Приду домой, покажу вам это, что я там понатворила, как закопали наш фундамент. В общем, вот уже и дом разобрали. Я иду, вот смотрю. Ну, не все, но потихонечку разбирают вот этот горелый. Не знаю, что там будет, но что-то будет. Самое главное, даже если ничего не будет, не будет этого горелого дома, наводящего ужас. Все, пока отключусь, потом уже включусь дома. Вот, друзья, давайте начнем с красоты. Послушайте, посмотрите, сколько здесь пчел. Их тут тьма. Тут такой гул стоит. Горчица. Ну, а теперь давайте о том, как не нужно делать. Посмотрите, здесь больше штыка лопаты я выкопала. И это я еще к нулю не добралась. Если считать вот это ноль, фундамент, да, и потом вниз еще нужно, еще хотя бы штык, чтобы поместился слой песка, слой пеноплекса, слой бетона, это еще столько же. Вот это вот все было зарыто. Вот видите, где заканчивается? Вот здесь вот, ну даже вот видно, вот этот слой все было зарыто. То есть что сделали? Даже вот здесь в разрезе по слою видно. Видите, внизу, вернее, вверху глина, а внизу чернозем. Вот этот слой, здесь сантиметров 30, это рыли канализационную яму выгребную. Там она 2 на 2. Естественно, это очень много грунта. Разбрасывали его вот здесь и зарывали цоколь и фундамент. Вот эту отмостку, это еще бабушкина отмостка, которая была изначально, я так поняла, при строительстве этого дома. Вот я ее отрыла. Вот это все было в земле. Естественно, нету водоотливов, все лилось сюда. Земля это впитывала, которую сюда набросали. И вот что случилось с фундаментом. Это я уже отбила вот эту вот первозданную штукатурку. Ну, она здесь просто вся дышала. Вот это не могу снять. Представляете, с той стороны все было на саморезах. А здесь клепки. А клепки нужно рассверливать. Это уже послезавтра приедет Лешек. Будем вот это все рассверливать. До конца снимать эту штукатурку. И убирать, ну, в общем, чистить вот этот кирпич, грунтовать, штукатурить, укреплять, утеплять, а потом заниматься уже отмосткой. Еще что я здесь нашла. Когда я отколола, во-первых, лопату выкопала, здесь я много чего накопала. Вот. Здесь куча, полчища муравьев. Вон они. Они тоже, они здесь ползают, и буду обрабатывать чем-то, и они тоже разрушают фундамент. Они вот все были под слоем вот этой старой штукатурки. Ну, там уже штукатурка с землей, туда уже понабивалась за 50 лет. В общем, вот это все, друзья, все устраним. Их тут тьма. Сначала буду избавляться от них, от этих муравьев, сыпать здесь.
сейчас вот вырою, потом посыплю, чтобы они все здесь повздыхали, иначе они разрушат фундамент. Здесь вон у меня фомка, молоток, лопата. Короче, здесь я работала. Вот сколько дошла. Вот это 3 дня я здесь откапывала. Здесь очень тяжело. Вот эти колдобины убирать, копать тяжело. Вот такой вот камень еле выворотила. Он вот здесь лежал. А мне ездить на тачке как-то надо. Вот пришлось его вот сюда перетащить. Еле-еле перетащила. У Шуры купила гранатовый сок. Так захотелось пить мне. Так, ну ладно. Пойдемте покажу дальше. Одно дело я сделала спокойно. О, здесь очередная красота, друзья. У меня расцвели пиончики. Ой, какой же здесь аромат стоит. Мои красавцы. Ой. Вот, на 2-й год стали цвести. Вчера я их поливала, немножко тут траву посшибала, уже стала зарастать. Но не успеваю везде. Вот такая вот клумбочка. Так, ладно, сейчас суну ключи в дом, чтобы не потерять. А сами пойдемте дальше смотреть. А, вот здесь вот смотрите, куст жасмина уже расцветает. Здесь тоже. Ой. Еще не совсем распустился, но цветов очень много. Вот здесь я хочу закрыть вот такими ящиками, да, для цветов. Вот это все здесь. Может быть, сначала заборчик какой-то, потом эти ящики. Вот это уберется здесь чеснок. Здесь будут цветы, а вот здесь будет скамейка и забор. Чтобы когда входишь со двора, ну, не было видно огорода. Декоративный какой-то заборчик, скамейка, цветочки, куст жасмина, красота. Ну и когда дует ветер, не так будет дуть во дворе. Вчера я получила сетку и, видите, убрала тот укрывочный материал. Я не могу даже, ну, к нему касаться. Вот я не знаю, настолько тактильно неприятный. И его постоянно ветром болтало. В общем, убрала я его. Здесь опять доточила ту сетку, которая была у меня. Вот кусочек. А новую сетку пустила вот сюда. Теперь все, весь перец у меня укрыт, не страдает от жары. Вот там зашел всего один огурец. Один единственный. Так что там особо и укрывать-то больше нечего. Поэтому я эту сетку всю сюда. А здесь у меня, друзья, уже скоро будут огурчики. Посмотрите, там уже зависть вон. Уже вон бутончики, скоро распустятся. Вот мои хорошие. Прям красивые, хорошие. Хорошие огурчики. Понабирала воды вчера. Вчера все пополивала, подкормила. И вода закончилась. Ну, потом через 2 часа дали. Вот перчик здесь хорошенький у меня. Дыньки тоже пошли хорошо. Петрушечка, кстати, взошла у меня. А вот здесь посеяла буквально 3-4 дня назад кинзу. Забыла про нее. Поливаю. Здесь тоже вот огурчики. Уже вон усик даже пустил. А вот здесь муравьи. Все-таки один огурец сожрали. Хорошо, что у меня был запасной. Вот я посадила в эту луночку. Ну, в общем, сожрали. Муравьи — это бич в огороде. От них нужно избавляться. Пусть живут в лесу. И вот одна ипомейка выжила, друзья. Какие же у нее красивые листики. Вот я ее здесь посадила вчера. Посмотрим. Одна единственная. Много сеяла, вот только одна выжила.
сошла. Вот здесь у меня еще дынька. Вчера, кстати, друзья, увидела я, что стало дерево жрать абрикосу, короед. И в этом виновата я. Помните, вот здесь пеньки стояли, старые яблони? Я еще думала, но вот жадность сгубила фраера. Хотела эти пеньки от яблони на костер, а в них же сколько там жуков этих короеда. Короче, вчера я все повыкидывала. Обработала деревья престижем. Раз жуки дохнут, значит и короед сдохнет. Вот здесь я его поймала вчера, этого черного жучка. Вот. Не знаю, поможет или нет, но одного я словила. Вот здесь пошел далихоз. Я его поливаю, подкармливаю. Вот, тоже должен пойти. Вроде бы-то нормально пошел. Это первый мой опыт. Ну и теперь в раскопки. Вот старый шифер пригодился на случай дождя. Здесь я еще сделала вот такую канавку, если будет лить дождь, чтобы не под фундамент, а сюда. Видите, под углом 30 градусов от дома я уже выкопала. Ну, то есть сначала было прямо 90 градусов, а потом я углубилась вот здесь, для того, чтобы и песок уже лежал под углом 30 градусов и трамбовался. И здесь тоже, вот видите, от дома сделала. И здесь то же самое. Вот эта вся земля набросана. В общем, фундамент был зарыт. Так, конечно, делать нельзя. Даже если вы готовите дом на продажу, нельзя так делать, друзья. Вы же понимали, что так нельзя делать. Вот этот весь, все будем снимать. Я сначала думала, ну, не хотела снимать вот эту штукатурку. Теперь решила, все перфоратором поснимаем до кирпича. Будем укреплять, штукатурить заново, а потом будем заниматься отмосткой. В общем, вот такую подготовительную работу я выполнила до приезда Лешика, сэкономив время. Потому что здесь, друзья, очень много работы. Увидела поворот канализационной трубы, вот он. Ой, в общем, устала, конечно. Нет слов, но хотя бы чуть-чуть продвинулась, чтобы побыстрее сделать с Лешиком отмостку. Я не знаю, слышно вам колокол? Вот. Ладно, друзья, буду заканчивать сегодняшнее видео опять красотой по традиции. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.